Не с места. И молчи. Руки вверх. Ё-моё. Какие-то солдафончики прибыли, причем в большом количестве. Я сказал, руки вверх, крысёныш. Или ты покойник? Вот умора. Прикольно. Старый трюк с дымовой завесой. Неужто сбежал? Дилетанты. В следующий раз стирай данные. Они не повстанцы, просто какие-то хулиганы. Вроде того придурка из клана Джокера, которого мы чуть не взяли. Все еще не верится, что мы упустили Бэтмена. Да уж, будем надеяться, что босс об этом не узнает. Это кошмар. Зеленый фонарь. Это Готэм, вроде как. И что это? Перемещение во времени? Параллельная Земля? Все возможно. Вероятно, мы переместились в другое измерение. Или изменилась наша история, и мы попали в новое настоящее. Нам нужно узнать как можно скорее. Если Джокер взорвал бомбу, нам нужно возвращаться. Сторожевая башня засекла бы любое аномальное явление, так? Возможно. Здесь вообще не существует сторожевой башни. Нужно выяснить, когда мое кольцо зарядится, и я смогу нас отправить туда. Если мы находимся в измененном времени, то свидетельство событий, которые вызывают этот сдвиг, могут быть в Атлантиде, при условии, что Атлантида жива. Это стоит выяснить. Давай сходим на разведку. Кольцо, где ближайшая силовая батарея. Авиазавод Феррис в Коуст-Сити. Ну, по крайней мере, это не поменялось. Сиди тихо, я скоро вернусь. А, авиабаза, где он был? Так где, говорит батарея? Вовсе Кэрол Феррис. Следующий коридор налево, третья дверь справа. Четвертая дверь. Это я вижу Селион. Я вас не боюсь, дети. Боишься. Я это чувствую. Рейвен? Киборг? Это твой последний шанс принять помилование от Верховного Советника Deathstroke. Согласиться на то, чтобы мне промыли мозги в нашем тренировочном лагере, чтобы я стал марионеткой, как ты? Босс Щедо. Я бы на его месте не дал тебе шанса. 600 титанов погибло в Метрополисе 5 лет назад. Я не имею к этому никакого отношения. Неважно, ты все равно не на той стороне. Скажи это своему боссу. Такое, как здесь стоят дела? Ты снова зеленый? Тут что-то не так. Это Хал Джордан, но... Отойди, вам здесь нечего делать. Точно не наш. Ты чувствуешь его боль? Еще нет. Ты не против сходить к высшему советнику, как разберешься с Deathstroke'ом? Побеседуем. Довольно? Кто бы ты ни был, ты арестован. О, кольцо зарядилось, я рад. Я думал, придется незаряженным кольцом драться. Обстреливаем, пока она не подошла. Блин! И опять этот имба прыжок надо. Ладно, не то сделал, но да ладно. Вообще разницы не имеет. Так, опять не сработал сильный удар. Я думал, сделает. Чуть ли не попало. Что-то лагает? Да ладно. Все равно я побью ее.